Всем здравствуйте, мы продолжаем ту рубрику «Советы тренера». И сегодняшняя тема разговора у нас будет комбинация на перекладине для начинающих. Какое-то время назад мы снимали подобную комбинацию на брусьях, когда Владик только начинал восстанавливаться. Сейчас восстанавливаться в гимнастике после операции на плечо начинает Ярослав. Ссылка в описании. Ссылка в описании. И сейчас мы вам покажем комбинацию, которую Ярослав использует сейчас в тренировках для того, чтобы вернуться снова в строй. И эта же комбинация может подойти для любого начинающего, кто начинает заниматься как-то гимнастикой. Саму комбинацию покажет Ярослав. Давайте посмотрим комбинацию. Подъем ног в угол. Держать пару секунд. Ярик мало продержал. Дальше пронести ноги под перекладиной, опуститься вниз сзади, вынести ноги также прямые, желательно с натянутыми носками, и обозначить угол. Продержать пару секунд. Дальше делаем подъем переворотом в упор, оборот в упоре и медленное опускание в угол кувырком вперед. Угол также подержать. Ну и в конце идут так называемые махи в лодочку. Бросками и соскок. Ничего сложного. Давайте посмотрим еще раз в замедленном варианте. Первое упражнение – угол. Его нужно продержать и потом со статического положения начать проносить прямые ноги под перекладины. Конечно, для этого вам нужно уметь и уголок хорошо висеть, и уметь делать складку ноги вместе, чтобы пронести именно прямые ноги. Дальше вот это опускание вниз сзади – это отличная растяжка для плечей. Пока, как вы видите, Ярик не опускается полностью. Но по мере тренировок, конечно, он опустится ниже. Дальше снова угол опускания и подъем переворотом. Ну, для подъема переворотом вам, естественно, потребуется еще и уметь подтягиваться. Делает Ярик. Обратите внимание на положение пальцев, когда Ярик выходит в упор. Большие пальцы должны обхватывать перекладину снизу для лучшего упора. Дальше оборот в упоре. Не сложный элемент, но достаточно, я думаю, интересно будет его поизучать. Дальше медленное опускание в угол, и угол мы снова обозначаем. Вы видите, неплохая тренировка пресса здесь все происходит. И в конце Ярик выполняет броски лодочками. Такая активная динамическая растяжка плечей. Очень нужное упражнение для Ярика сейчас. Ну и соскок. Конечно, сразу не нужно вам делать всю комбинацию целиком, но лучше потренировать ее по частям. Вот, например, первая часть. Угол и пронос ног. Можно делать в одном подходе сразу несколько повторений, сколько у вас получается. Ну и, конечно, если у вас поначалу не будет получаться проносить ноги прямые, нужно работать над растяжкой подколенных сухожилий и растяжки низа спины, то есть складочки. Ну и, естественно, уголок нужно тоже тренировать. Это было первое упражнение. Следующее упражнение – это подъем переворотом. Конечно, для него нужно уметь подтягиваться, как я уже говорил, и также держать угол. Вот важно не просто спрыгивать с подъема переворота, а именно контролируемо опускаться и держать угол. Также несколько подходов по несколько повторений. И упражнение подъем, оборот в упоре. Давайте посмотрим замедленно. Делаем вначале небольшой отмах ногами. И потом, когда ноги приближаются уже к перекладине, отводим плечи, прижимая турник к себе. И проворачиваемся обратно в упор. Так, и заключительное упражнение. Броски. Оно очень нужно потом будет для оборотов. Если вы захотите научиться делать обороты назад на перекладине или солнышко, вот вам нужно научиться бросать и висеть. Вот такая комбинация. Попробуйте сделать ее вначале по частям, потом собрать уже в единую комбинацию. Примерно так сейчас будет тренироваться на перекладине Ярик до своего возвращения к своим умениям по гимнастике. Следите за тем, как он будет восстанавливаться. На моем канале. Можете у него на канале на YouTube, у меня в Инстаграме, кстати, есть закрепленные истории с различными упражнениями
по восстановлению, который сейчас делает Ярик. Ну и также вы можете посмотреть комбинацию на брусьях для начинающих, ссылку оставлю в описании, как и канал Ярослава. Ну, всем спасибо за просмотр, предлагайте темы для рубрики «Советы тренера», занимайтесь гимнастикой, всем пока. Занимайтесь правильно, занимайтесь как гимнасты. Это для тех, кто уже посмотрел, как несколько месяцев назад Владик начинал делать комбинацию для начинающих на брусьях, и вы можете посмотреть его прогресс за это время. Обязательно зайдите, посмотрите, как он делал тогда, и вот посмотрите на это исполнение. Я думаю, что разницу вы увидите. Все, Ярик, спасибо за помощь в съемках. Да, до свидания. Давай. Таков путь. Я все сказала.